В посольстве Казахстана в Нидерландах прошел торжественный прием по случаю Дня независимости нашей страны. Гости вечера – это представители дипмиссии, бизнес-кругов, крупных голландских компаний, а также члены казахской диаспоры отметили основные достижения нашей страны за годы суверенитета. Собравшиеся ознакомились с основными направлениями послания Нурлыжол и пожелали нашей стране дальнейших успехов и процветания. Your country is very open. Экономическое развитие Казахстана поистине впечатляющее. Ваша страна очень открыта иностранным компаниям. Нас всегда очень хорошо принимали, и мы получили возможность роста нашего бизнеса в вашей стране. Мы все время видим новые компании, приезжающие в Казахстан и успешно строящие свое дело. Я желаю, чтобы наше сотрудничество продолжалось и в будущем. Искренне поздравляю народ Казахстана и его президента с 23-й годовщиной независимости. И мне кажется, что в Казахстане большие возможности как для инвесторов, так и для голландских предприятий, которые поставляют технологии и знания, сотрудничества, которые бы позволили или помогут Казахстану перейти или реализовать амбиции, которые были высказаны вашим президентом Назарбаевым как дорога в будущее.